Віцебскай вобласці створаны штаб па супрацьдзеянні распаўсюджванню інфекцыйных захворванняў. Яго ўзначаліў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Намеснікам стаў старшыня абласнога савета дэпутату Уладзімір Цярэнцеў. Аблвыканкам дае рэкамендацыі кіраўнікам арганізацый. Дадатковыя меры санітарнай бяспекі прымаюцца ў маленькіх крамах і ў вялікіх гандлёвых цэнтрах. У грамадскі транспарт Віцебска вяртаюцца кампостеры для аплаты праезду. Про гэта не только глядите сегодня у выпуску. В студии Виктор Пралич, витаю вас. Ситуация с инфекционными захворваниями у тымлику с коронавирусом у Витебской области абсолютно кируемая. Урачи разумеют, что треба робить. Про гэта старшиня Совета Республики Наталья Качанова сегодня доложила президенту. Много сейчас идет различного рода информации в интернете, фейковые вбросы по Витебской области. Но я вам скажу, да, мне действительно поручил Александр Григорьевич выехать в мою родную Витебскую область. Вы знаете, что я сама из Витебской области, практически всю жизнь там прожила и работала, для того, чтобы выяснить ту реальную ситуацию, которая складывается там. Я вам скажу, что абсолютно управляемая ситуация. Врачи работают, понимая то, что нужно делать. Ніякай надзвычайнай сітуацыі ў рэгіёне няма, падкрэсліла спікер верхняй палаты. Зараз у вобласці па даручэнні прэзідэнта працуе міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. У Віцебскай вобласці створаны штаб па супрацьдзеянню распаўсюджванню інфекцыйных захворванняў. Штаб узначаліў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, намеснікам стаў старшыня абласнога савета дэпутата Уладзімір Цярэнцеў. Аблвыканкам рекомендовал керовникам организации изменить режим работы для людей старейших за 65 годов, организовать для их дистанционную работу, предоставить працовный и социальный отпуск. Супрацовникам организации, которые ожидают непосредственное обслуговывание населения, выкористовывать маски. Гэта ў першую чаргу тычыцца работніку аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання. На працоўных месцах павінны быць дэзінфіцыруючыя сродкі і антысептыкі для апрацоўкі рук. Усе гэтыя меры накіраваныя на прафілактыку распаўсюджвання вірусных інфекцый. Дадатковыя мерапрыемствы па прафілактыцы і зніжэнні распаўсюджвання вірусных інфекцый, у тым ліку выкліканых коронавірусам, дзейнічаюць у вобласці. Узмоцнены дэзінфекцыя грамадскага транспарту і санітарны кантроль на прамысловых прадпрыемствах і ў арганізацыях. На асобы рэжым перайшлі прадпрыемствы гандлю і паслуг. Юлія Устінова падрабязней. На уваходзе ў гандлёвую залу гіпермаркета антысептык і аднаразовыя пальчаткі для рук. Лепш апрануць, перш чым узяць кошык ці каляску для пакупак. Хаця і яны некалькі разоў за дзень апрацоўваюцца дэзрастворамі. Такія дадатковыя меры бяспекі прымаюцца згодна з планам мерапрыемстваў па прафілактыцы і зніжэнні распаўсюджвання вострых рэспіраторных інфекцый, у тым ліку выкліканых COVID-19. Приняла максимальное количество мер для того, чтобы нашим покупателям было безопасно посещать наш торговый объект. Во-первых, на входах у нас появились стойки с одноразовыми перчатками. Во-вторых, появились дозаторы с дезинфицирующим средством. Ручки тележек и корзины обрабатываются специальным дезинфицирующим средством. Увеличилось число уборки. Каждые 3 часа проходит обработка магазина. Протираются входные ручки, перила и все поверхности, до которых покупатели могут дотрагиваться. У нас есть журналы здоровья, которые, придя на работу, каждый сотрудник подписывает. Начальник цеха осматривает каждого человека. И если есть хоть малейшее подозрение на какие-то заболевания, человек отстраняется от работы. Мы как бы переживаем, я еще раз говорю, за своих сотрудников, поэтому стараемся обезопасить и покупателей, и наших сотрудников. Частей и больше старанно и карпатливо опрацовывают и санитарные покои в громадских местах. Супрацовники крам, которые имеют непосредный контакт с наведвальниками, зараз обеспечены масками, которые обороняют органы дыхания, пальчатками и антисептиками для рук. Знаю, что где-то там, где-то он бродит, этот вирус, лучше быть в маске. По покупателям берут или забегают, быстренько убегают, или уже затариваются как надо. На карантин кто уходит, видимо, чтобы семьи кормить. Ну, а так особо изменений, особо никаких не заметили.
Пакупнікоў просяць захоўваць дыстанцыю метр паўтара адзін ад аднаху. У некаторых гандлёвых кропках ўжо з'явіліся спецыяльныя папераджальныя налепкі на падлозе. Калі і будзе чарга ў касу, то размясціцца лепш на бяспечнай адлегласці. Зрэшты, гэта элементарная павага адзін да аднаху. Звыкліся з тым, што такія меры перасцярогі неабходнасць, ужо многія ў грамадскіх месцах усё часцей сустракаюцца людзі ў масках і пальчатках. Малацы, они, наверное, одни из первых вот поставили антибактериальные эти омывайки и перчатки, и маски. Вот уже вчера я даже зашла в магазин и, конечно, была удивлена, что и вообще люди стали, вот почти половина почти ходит в масках, молодцы. Контактировать с людьми на расстоянии желательно и менее покидать без надобности дом. В принципе, ничего особенного. Шью маски для всех членов семьи. Каждый должен о себе позаботиться. Перчатки, маска обязательно. На улице это не важно, но если много людей, то обязательно. Дарэчы, у крамах кажуць, што пакупнікоў не тое, што стала менш. Хутчэй людскія патокі па-іншаму размеркаваліся. Па магчымасці людзі стараюцца хадзіць за неабходнымі пакупкамі не ў вячэрнія гадзіны пік, а раніцай ці ў дзень. Можна і ўвогуле рабіць заказы на дастаўку прадуктаў на дом. Многія сервісы зараз прапаноўваюць нават бяспечную, бескантактную дастаўку. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Пасля інфармацыйнага патоку аб пандэміі каронавіруса межы паміж разумнай асцярожнасцю і істэрыяй паступова сціраюцца. Дайшло да таго, што ў сацыяльных сетках распаўсюдзілі чуткі аб тым, што Віцебскую вобласць нібыта закрылі для наведвання, а аўтобусы і маршруткі разварочваюць адразу на выездзе з горада. Нашы карэспандэнты даведаліся, ці ёсць змены ў працы грамадскага і міжгароднага транспарту рэгіёна на самой справе. Сигналы сарафаннага радыё у Віцебску становяцца ўсё больш трывожнымі, калі на кожным кроку гавораць пра каронавірус, нават самы заўзяты скептык пачне сумнявацца ва ўласнай бяспецы. Фэйкавых навін усё больш, самая папулярная за апошнія суткі пра тое, што паўночны рэгіён стаў зонай адчужэння, а ўсім відам транспарту забаранілі ўязджаць і выязджаць за яго тэрыторыю. Як высветлілася, панічныя чуткі ў сацыяльных сетках не маюць пад сабой ніякіх падстаў. Змену ў працы грамадскага і міжгароднага транспарту ў рэгіёне няма. Як запэўніваюць самі вадзіцелі аўтобусаў, мяжу ў Віцебскай вобласці ніхто не зачыняў. Ніхто нас ні ад каго не закрывае. Я имею в виду Беларусь, в Россию я не езжу, а по Витебской области езжу. Там все как бы стабильно. Нету никаких преград. Все ездят, и частные автомобили ездят. Вот, фуры ездят. Ну, в принципе, без проблем все. Гэтую інфармацыю пацвярджае кіраўніцтва аўтобуснага парку нумар 1. Уезд і выезд з Віцебскай вобласці свабодныя. Абмежаванняў няма, рэйсы ў бліжэйшыя дні не адмянялі. Перевозкі на сегодняшний день происходят в штатном режиме. То есть на город мы вывозим людей на работу с работы и также в пригород работает и работает межгород. Никаких ограничений, никаких уменьшений нету. По водительскому составу на сегодняшний день оно всплеска заболеваемости нету. Если сравнить с прошлым годом, то оно на уровне где-то прошлого года. По подразделениям человек по 12. Цягнікі таксама ходзяць па звычайным раскладзе. На аўта і чыгуначным вакзалах узмацнілі меры прафілактыкі супраць распаўсюджвання каронавіруса. Уборку праводзяць раз у 2 гадзіны. Кожны жадаючы можа скарыстацца дэзінфіцыруючымі сродкамі. Зала чакання, крэслы, ручкі дзвярэй, падлогі і сцены праціраюць кожны дзень і па некалькі разоў. Асаблівую ўвагу супрацоўнікі аўтапарка надаюць грамадскаму транспарту. 2 человека, которые занимаются полностью обработкой, дезинфицирующие средства применяются. И автобусы, которые отрабатывают на линии, уже начиная с 17 часов и до 4:30 утра, проходят как междугородные, так и городские маршруты. Эти все автобусы проходят через мойку или на стоянках, если какие-то в ремзоне, все проходят обработку. Сейчас для кондукторов приобретаются специально маски, предохраняющие от инфекции, и плюс ДС-средства, которые будут выданы каждому кондуктору. Выконывать меры застероги и не поддаваться панице. Гэтыя пункты специалисты лічаць галоўнымі падчас пандемии. Тым часам блогеры и интернет-каналы дзеля уласнай популярности спаборнічаюць у тым, кто нагоніць на людей больш страху. Фейковые чутки да истерики погаршаюць здоровье. Таму сёння давяраць трэба толькі тым крыніцам, якія готовы подзяліцца праверанай інфармацыяй. Артур Смоляков, Станислав Дудин, новини Витебск.
До інших тем. Додатковий спосіб оплати проїзду. У трамваї і тролейбуси Вітебська завтрашнього дня вертаються компостери. Оплатити проїзд можна буде, набивши разовий білет у кіоску або у водителя громадського транспорту. Однак це не значить, що від послуг кондуктору відмовляться. Просто тепер некілька альтернативних способів оплати будуть існувати паралельно для зручності пасажирів. Які ще сюрпризи рихтують транспортники, висвітляла наш кореспондент Вольга Шмаргун. 20 ленточек, по 6 точек 120. Вы будете вот так продавать. Угу. 1, 2 и так далее. Вот эту продадите серию. Перед завтрашній зміною, на яку заступають у 5 годин раніці, Олексій Яковлєв отримує у бухгалтера-касіра новенькі разові білети. Завтра у їх якраз дебют. Стартує додатковий спосіб оплати проїзду. У тролейбусах і трамваях з'являться компостери, а набити білети можна буде у тим ліку і у керовці громадського транспорту. Водителем тролейбуса Олексій працює каля чверті стагоддя. І тема компостерів і продажу білетів для його не у новину. Одно тільки хвалює – як буде справлятися з монетками. Начинал свою работу, было бескондукторное еще обслуживание, были билетики. Точно так же они продавались у водителя. Раньше происходило, мы в движении мы их не продавали. То есть либо на остановочном пункте, либо пока я ожидаю зеленый сигнал светофора. Сейчас вроде бы нам разрешено только на остановочном пункте. Вот, пока производится посадка-высадка. Каб обсталяваць компостерами усе віцебскія трамваи і тролейбусы, необходно 4 сотні таких пристосаванняў. Большую частку з іх уже закупілі. У салоні разместяць не менш за 5 прыбораў для гашэння разовых білетаў. Аднак гэта не выключае і іншыя спосабы аплаты праезду. Набыць звыклы білет у кондуктора за наяўныя грошы або электронны праз мабільны дадатак аплаці транспорт. Дарэчы, безнаяўная форма разлікаў у грамадскім транспорце дзейнічае крыху больш за месяц. Зараз ёй штодзень карыстаюцца каля 750 чалавек, і гэтая лічба пастаянна расце. А вось жадаючых працаваць кандуктарамі наадварот становіцца менш. Адсюль і новаўвядзенне. Не самыя папулярныя гарадскія маршруты не ў гадзіны пік цяпер змогуць абыходзіцца і без кандуктараў. С 1 апреля в трамваях и троллейбусах, это городской электрический транспорт города Витебска, у пассажира еще появляется дополнительная возможность произвести оплату проезда с использованием разового билетика. Данные билеты можно будет приобрести в киосках по цене 60 копеек, ну и у водителя по цене 65 копеек. Дизайн новеньких білетів на предприємстві придумали самі. На квітку – виява символа фестивалю «Славянський базар» у Вітебську «Василька». Тим часом у маї поступять у продаж нові проїзні білети, оформлені у стилі супрематизму. Така ідея народилася під час екскурсії супрацовників предприємства «Вітебськаблавтотранс» у музей історії Вітебського народного мистецького училища. У основу проєкту лягла картина Казиміра Малевича. Є така картина Малевича, дуже відома. И при желании там можно букву А рассмотреть. Вот. И, соответственно, я на основе этой картины предложил какую-то вот такую дизайнерскую идею. Идея была одобрена, как я понимаю, с некоторыми доработками по техническим особенностям проездного. И так появился Витебский проездной. Такой, знаете ли, раритет сувенирный. Вот. Во-первых, это и ценность большая, да, я сам куплю проездной. И очень много людей купят проездные, только потому, что это первые вот проездные в истории. Да? То есть, ну, такого просто не было. Акрамя того, витебские мастаки и транспортники выношивают идею оформить трамвай и автобус у стиле авангарду. Для города на Дзвине такая идея не новая. Дух супрематизму тут витает у поветры, как минимум годов 100. С часов основания творчего объединения УНОВИС. Вольга Шмаргун, Александр Риндзин, новини, Витебск. На 76-м годзе пайшоў жыцця заслужаны артыст Беларусі, вядучы майстар сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Віктар Дашкевіч. Амаль паўстагоддзя ён аддана служыў віцебскаму тэатру, сыграў вялікую колькасць яскравых і запамінальных роляў. Прыхільнікі яго таленту добра памятаюць створаныя ім вобразы ў спектаклях «Чорная нявеста», «Чайка», «Дядзя Ваня», «Тузы», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Старамодная камедыя», «Шагал-шагал», «Квартэт» і «Смех і слёзы і любоў», «Яшчэ раз пра каханне». Дарэчы, гэта пастаноўка адна з апошніх работ майстра. У 2010 годзе Віктар Дашкевіч быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны.
Память про Виктора Миколаевича, щирого человека, отданного театру артиста Колосовца, назавсёды застанется у сердцах близких, коллег, шматликих прихильников его таленту. Спочувание семьи и близким Виктора Дашкевича выказали старшиня Витебского облвыконкама Миколай Шарснёв, старшиня областного совета депутата Владимир Тярентьев, министр культуры Беларуси Юрий Бондар. В ближайшие сутки у Витебской области будет воблачно с прояснениями. Ночью переважно без опадков, днем в многих районах невеликий мокрый снег и дождь. Ветер заходний 4-9, порывы до 14, местами до 18 метров в секунду. Температура по ветру у ночи минус 4-9, днем от 3 до 8 градусов тепла. У Витебску так само будет воблачно с прояснениями, ночью без истотных опадков, днем невеликий мокрый снег, дождь. Температура по ветру у ночи минус 5-7, днем 3-5 градусов выше за нуль.